Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в House Building Simulator или как? Я наконец допер. Я допер по инструкции, как нам дальше действовать. То есть нужно нажать Т, чтобы взять шпатрем. Короче, везде все по-разному. И мы типа сейчас зачпокаем все наши блоки. Правда, походу придется еще ставить новые. Надеюсь, не фундаментные. Кто знает А это и другие игры вы можете купить в моем магазине Игр Alex Store Ссылка в описании Хотя что надеюсь не фундаментная Фундаментная нормальная фигня Я кстати сразу целый тазик С собой забрал Нам походу много этого дерьма придется Использовать Но это было сложно Это было морально сложно Так я понял как нужно работать Есть контакт. Хотя фундаментный блок может быть и два в высоту у нас, да? Не обязательно ж один будет. Так но по размеру как фундаментные. Что мы можем купить такого размера? У нас там, по-моему, два вида блоков. Но у нас чисто в инструкции, по-моему, только про фундамент было, да? Фундаментные. Ну, обычные типа пригодятся. Ну, чисто логически. Поэтому, думаю, можно купить... Ого, Я вас понял. Пусть лежит. фундаментная значит, нужно покупать. Сейчас я их куплю сразу пачку. Хм. Продолжение следует. Так, может тогда уже сразу. А что, не хватит, докупим? Да я так думаю. Ставить, конечно, их капец сколько нужно. Прямо жесть вообще. ты как тебя взять? Сразу проще тут поставить, чем потом париться с ними. Оу! Уронил. Блин, походу не хватит нифига. Снова причем. В очередной раз. Хоть цемент использовали не зря, да? Я уже думал, думаю, может он застыл. Я уже все кнопки давай класть. Потом допер, что шпателем нагребать себе ведро. А там типа ведро у нас на ноль светилось. А ведро типа вон еще валяется. И поэтому тупишь, типа... Типа взять лопаты там что-то, нажми Е. E. Вылить с бетономешалки мешалки нажми H, запустить бетонную мешалку нажми F, закинуть в бетон, бетономешалку нажми мышку. Что там еще? В шпатель на греби нажми T. Прям все разное. И вот за счет этого ты начинаешь путаться, не вдупляешь просто, что тебе делать. Точнее, как, кстати, не вдупляешь? Ты вдупляешь, что тебе делать, но ты не вдупляешь, как это делать. В этом вот вся проблема. Походу сейчас придется еще пачку купить или две. Я не помню просто сколько я блоков покупал, поэтому я как-то так думаю, ну, наверное, 4. Поэтому я особо не нагребал их. Оказывается, видите как. Сейчас двадцатку возьмем. И десятку по-любому придется нам прикупить, по идее. Да, давайте возьмем двадцатку. Как-то так. Надеюсь, этого будет достаточно. У нас, по идее, какие-то чивки должны подкрываться, потому что мы фундамента уже тут накидали, фиг знает сколько. Давайте чекнем. О, не та кнопка. А, нам нужно стилфиксер купить. Понятно. Чтобы это открыть. Не сильно удобно теперь работать. пты, они бы их еще дальше закинули куда-нибудь. А, прикольно. Серьезно? Ч, все? Мертвые блоки? Я что, под землю провалился? Эй. Так, ну один точно у нас делся в неизвестном направлении. Или вот это вот он. Что нам не хватает? Так, ну тут все, да, потратили? Четыре штучки. Да не, не берет. Так. Нам сейчас снова надо шпателем продубасить. А <гас> я хз, где его бросил вообще. А, вот он валяется. Че, продолжаем фундамент дубасить, серьезно? Вы что, издеваетесь? Да сколько ж можно-то? Интересно, из тех строительных лесов могу все это дело сделать или нет? Я скоро реально не смогу тут перепрыгивать. Или мы типа сейчас фундамент сделаем в высоту 5 километров просто потому, что я натупил и фундамент уже хватит нам выстраивать в высоту. Ну фундаментные блоки вот эти вот. Вся заклация. Вся заклация. А, то есть можно не обязательно прям сверху, можно из края. Зато можно хотя бы примерять, подойдет, не подойдет, да? Так, чем вообще можем еще купить? формула планк. Да, мы тебя сюда присрем. Так, ну что, продолжение по кирпичам у нас. Один, два, три, четыре, пять. А там докупим. Получается, да? Слушайте, да это же фигня вот реально для стройки с высоты. Вот сто процентов. Интересно, могу с этого расстояния... Ёпты. Это все делать или нет? Нет, там слишком далеко. А может не попал? Понятно. Ну хоть что-то. Ага, там уже далеко. Окей. А нам, кстати, дальше придется шпателем херачить. Ну, походу его сейчас будем выгонять примерно до высоты вот этой вот всей земли нашей. Мне так кажется. Ага, туда поставить нельзя. Шикарно. Слушайте, а может сразу этот шпатель-то у меня есть? Ну-ка, сейчас мы проверим. О, это уже конец, наконец-то. Смотрите, это конец, народ. А, так можно просто зажать и все, и вести? Чего вы сразу не сказали-то? Чего сразу-то не сказали? Я сразу так и сделал. То есть, смотрите, три фундаментных блока в высоту. Наш странный фундамент. Буду чисто по нему бегать, чтобы было проще. Блин, надо отсюда брать, а не оттуда. Тут -то больше блоков, а там меньше. Такое ощущение, что вот сейчас наоборот они лишние получаются. Промазал. Офигеть. Наконец-то. Достроим фундамент этот сраный. Просто он меня всего съел уже. Не хватит все таки пусто, пусто, отлично. Ой, поближе надо двигать. Ага, туда мы не достаем, понял. Кстати, цемента сейчас в ведре, походу, не хватит. Хотя нет, у нас изначально было что-то, походу, 300 или что там, или сколько. А, то есть на каждый блок по одному. Нормально тогда можно. Намного проще, чем по каждому клацать. А то по каждому клацать, то не по каждому фиг поймешь.

Блин, меня вот бесит это, то, что тут не долит фундамент, там видно этот металл нашу обвязочку видно все это и как-то это неправильно, по-моему. Но глаза мозолит, Я бы залил бы все бетоном. Браво. Ну спасибо хоть на этом. Отлично. Так, ну эти блоки у нас есть. Хорошо. Планка эта деревянная. Что с тобой делать-то? Кстати, надо купить трубу. Может они трубу хотят, чтобы я присрал куда-то? Ого. Некуда присрать. Она слишком здоровая. Уровень не пашет. Пенка не пашет. На радио. Так, давайте всего по одному купим, наверное. Слушайте, судя по низу этой плиты, она, походу, для фундамента подходит. Я могу ошибаться. Так. Эти блоки мы взяли. Чуть за ДВП. Ну вообще на бетон похоже. Так, это крыша, крыша, крыша. Флор. Пол. ты, Это не я. А, прикольно. То есть пол уже одупляется, где он будет лежать. Хорошо. Так, это пол. Это стена, минеральная вата, USB, дверь, руфинг. Руфинг это от крыши. construction планк. Я не строитель просто, поэтому я хз, что делать. Так. Панель не нужна, Драйвол не нужна, цемент Так, а что у нас? Квест тип. А, время для конкретного пола. Для этого используй конкретный миксер. И что, хотя чтобы я долил, что ли, этот фундамент в итоге? Добыть такого не может. Может замешаковать, типа, ну, что нам тут? Пусть валяется. Посмотрим, что из этого выйдет. Может, реально сейчас дольем его на дуплице. Я просто снизу там уже особо ничего не читаю, потому что, как правило, ничего там хорошего нет. Я ж надеюсь, не ведром нужно будет зачерпывать в этот раз. Ведро, походу, так, как мусор для вида. Но все равно из этого у нас никуда не денется. А, вот оно что. Так, это нам нужно два замеса сделать. Два замеса нам нужно сделать. Почему? Потому что у нас ровно на один кирпич все отработало. с лопаты не включается? <laughs> с лопаты не включается. Так. А типа ката тут бат написано какой-то. Так, два замеса есть лопата. Я уже не помню, аж, да? Кирпичик? Фух. Хоть это хорошо, хоть кирпичик. А то сейчас оказалось бы, что наоборот. Уже как его оставить, я уже забыл. Так, давайте сразу вырубим, наверное. Ну, типа, сейчас будет ровный пол. О, супер. Чё у нас там, ачивочка какая-то? Прокачка, не? Ну, ладно. Кстати, бетономешалку, смотрите, потом можно будет открыть, чтобы это все делать быстро. И что это было? construction plank. Да? Их что, по очереди нужно ставить или это не та была? По виду такая же. А, нет, это что-то другое. А, нет. Установилась. А ты кто тогда? А, это пол. Да хрень хочет закрутиться, но он не может. Ну, чисто так. Давайте купим двадцаточку. О боже, это нужно спасать. С ней что-то... нехорошее происходит. Не, походу, двадцаточка много. Что, не туда, что ли? Или пока не закрутишь, хрен боткнешь. Походу, хоть чтобы позакручивался. О, и звук исчез. Короче, вот эти межкомнатные, походу, больше всего будут Расходовать количество наши. Планки вот эти межкомнатные. Не знаю, как их правильно назвать, но я думаю, вы поняли, о чем я. Зря двадцатку взял, потому что до этого две купил. Короче, лишнее будет. Нафиг с ним. Так, нас сначала то, что валяется, у нас тут порасходовать как-то. А, так можно мешком начать тут понатыкать сразу сходу, чтобы они не валялись. Смотрите, как удобно прям. Вообще прям пипец удобно. А те вокруг сейчас сделаем, а потом позакручиваем. Прикольно. Еще докупить даже придется. О, новый скилл какой-то появился. Сейчас чекнем. О, снова залагал звук. Сейчас отлагает. А что, закручивать не нужно? Ну ладно. Так, стены. Стены, я, пожалуй, буду по единичке покупать. По единичке, пять штук взял. А, ёпты, нифига тут расход сейчас пойдет. Серьезно? Блин, от звук походу не отлагает. Так, тогда нам нужно, знаете, сколько? Ну, где-то так, наверное. Ёпта. Что, и снаружи еще воткнуть нужно, да? Прикол. Вход хоть есть у нас? Интересно, могу сразу окно воткнуть? Да. Кстати, а какая у нас из них. Другой материал? А, ну да, мы же стены не покупали, точно. Да ёб ты долбаный ты пол. Куда тебя длиннющий пол бросить? Так. Ладно. Стены сейчас, конечно, фигачить, фигачить нам. Может сразу верхушку сделать? Она прям как-то хоть границы будет очертать наши. То вообще нифига не видно. Ладно, давайте с этой стороны. Где нагрузили, там мы будем делать. Потому что все равно все поуходит. Древесины просто море уходит. Я думал, прям целые панели будут, поэтому такой типа, ну, типа стены покупать не будем. Да вообще не ожидаешь тут ни одного, ни другого. Отлично, где у нас двери? А. Давайте мы наружку тут чуть подрихтуем. То мы потом тут запутаемся нафиг с этой наружкой. Что у нас тут есть, что у нас тут нет. Чтобы так сказать, наверняка. там насквозь прошло. И то радует. О. Фух, там хоть ничего нет. Это очень хорошо, что там ничего нет. Потому что досок у нас тут еще валом, конечно. Так, я сейчас, наверное, куплю несколько штучек. Я просто буду вот эти вот Какие-то наружные вещи заделывать, то, что мы можем не заметить вдруг. Или забыть случайно. Чтобы потом наружу нам не выходить и вот эти вот стеночки не доделывать. По идее, все. Так. 30, надеюсь, хватит. Так, давайте сразу самое крайнее в самый край. Чтоб не бегать потом с ними. Вот сразу, да, вот есть когда верхняя планка и нижняя, прям такие очертания сразу, хоп. Ты четко видишь, что куда ставить. Там верхняя есть, да? Так, ладно. Что я сделал? А, я бросил. Боже, звук меня бесит уже. Как какой-то поехавший по голове сверчок. Да ну! Серьезно? Я чё, дебил? И что, и с кирпичами также можно было? Лол. Пипец, вот это я дебил. Ты представляешь? Это ж так надо было лохануться. Вот в тебе, пожалуйста, работа на изи идет. То же самое с кирпичами нужно было делать. Что такое у нас тут происходит? Ух ты, блин, а что? Сквозь стены проходить нельзя, сквозь окна можно? Все, что, сквозь все? Прикольно. Так двадцаточку думаю можно взять реально не знал что можно вот так вот сделать вот прям капец неожиданность я пол купил да молодец ну, хоть пол теперь будет у нас. Двадцатка, походу, это такое, ни о чем. Не знаю, конечно, межкомнатные, что будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А я могу вот этот тоже весь хлам этот позабирать? Пипец. А, ну это уже не могу взять. Да и пофиг, в принципе. Ну, мы так нормально понагребали всякой фигни. Уху, межкомнатные стены. Еще дальше понеслась, капец. Капец, капец, капец. Ну, вот это жепа. Так, ну... Я куплю одну, чтобы понимать, оно или нет. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все просто забираю. Ну, так будет проще. Ну, кстати, хорошо, что, блин, я догнал, что так можно. Иначе это было бы чертовски долго. Надеюсь, что только не будет <laughs> между комнат. Это не дофига занимает всяких бревен наших. Досок, точнее, бревен, говорю. А еще придется крышу строить. Угу. Тут уже не пройдешь просто так. Мне кажется, полтинничек это такое маловато будет. эти проходы из-за того что не по 4 доски чертовски неудобные короче нам главное чтобы пота голубят не исчезла все будет классно значит это будет означать то что у нас все стоит ого тогда три, троечку возьму этого всего дела раз у нас так все туго с этим кстати хорошее расстояние чтобы забрать эти доски прям пипец очень далеко лол маленький такой кусочек если бы я сейчас не видел я бы наверное потом и внимания на него не обратил Надо тупо заходить в каждую комнату и каждую проделывать, чтобы потом не облажаться. Случайно выбрасываю, бывает правую нажимаю, а тем самым выбрасываю их. Закончились снова? Капец. Тогда забираем еще что есть. Блин, а вот тут мимо полетели. Сейчас, наверное, там под домом валяется куча, да? 39. Под домом валяется. Так. Да, делали в одной комнате, переместились в другую, непонятно как. Но у нас все равно, по идее, ничего... Кстати, а мы же скилл так и не чекнули. Ух ты, прикольно. Шурповерт, походу, скоро появится у нас. Лишнее взяли народ, лишнее. Вот так вот бывает. Хотя пусть пока будет. Хотя. А зачем она нам? Она лишнее уже. Вот, как-то так. Каркасик, как минимум, есть. Жаль, конечно, света нет, но выглядит в целом уже. На дом похоже. Хоть как-то, да? на дом похоже. Ладно, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию, надеюсь, вам понравилось, не забывайте подписаться на мой канал, все ссылочки будут в описании под роликом, ну а с вами был Алекс Фреш и всем пока-пока.